С ума сойти можно, скажете вы. Да, я использовал технику своих, движения своих пальчиков фактически на пределе, да, своих возможностей и скорости. Спросите, как можно развить такую подвижность? Как можно развить вообще мысль плюс понимание, как что закрыть, где закрыть? Ребят, для этого существует техника наработки движений пальчиков. Для этого я сейчас вот беру вот такую штуковину, да, ну она просто поможет мне и вам, собственно говоря, понимать, какое есть упражнение для развития подвижности и интеграции своего мышления, да, своих полушариев с пальцами, с моторикой пальцев. Моторика пальцев – это понятие, применимое не только для детей, но и для взрослых. У нас также атрофируется вот это вот понимание, есть затыки, когда мы пытаемся поднять один палец, а поднимается еще другой, либо думаем, что я сейчас буду поднимать указательный, поднимается на самом деле там рядом с ним стоящий средний палец. Сейчас мы с вами немножечко поиграем, и эта игра даст вам возможность развить движение своих пальцев, чтобы вы могли быстро и четко играть. Ведь здесь применяется, смотрите, что открытие 2, 1, потом 3, 1, и кажется, что это безмерно сложно, что это очень сложно осваивать. Нет, это дело просто тренировки и посыла внимания туда, куда мы хотим добавить качество и улучшение своих возможностей. Где наше внимание, там и наша энергия. Где наша энергия, там и есть зона нашего роста. Или, как я люблю говорить, я не выхожу из зоны комфорта, я ее расширяю. Ну что, готовы расширять зону комфорта? Ну что, друзья, немного поиграем. Для этого мы достаем наши ручки и прикладываем на какую-то поверхность. Поверхность так, чтобы нам было хорошо их видеть. И даем каждому нашему пальчику, а может быть даже не даем, просто вспоминаем имя каждого пальца. Большой, указательный, средний, безымянный, мизинец и все пальцы. Начинаем нашу игру с того, что мы озвучиваем каждый пальчик и начинаем их синхронно поднимать. Не просто у каждой руки, да, последовательно. Но хотя и такое упражнение тоже можно для себя придумать. То есть здесь на самом деле большое поле для экспериментов и для проб. И начинаем поднимать. Большой, указательный, средний, безымянный, мизинец. Делаем медленно, ну или же в своем ритме, чтобы главное делать все правильно. Затем мы начинаем немножечко усложнять задачку и делаем вот что. Большой два раза, указательный два раза, средний два раза, безымянный два раза и мизинец два раза. Можно также три раза, да, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Ну, делаем медленно или там побыстрее, когда у вас уже хорошо получается. Затем еще более сложное упражнение, но также легко освояемое, да, освоимое, как правильно сказать. Легко. Простое для усвоения, вот так. В общем, мы поднимаем по два пальца, большой и указательный, указательный и средний, средний и безымянный. Безымянный и мизинец. Обратите внимание, что безымянные пальцы, я не знаю, может быть, у меня такая физиология, но есть ощущение и наблюдение, что у многих безымянный палец не поднимается слишком высоко. Но это вот есть такая особенность, поэтому не переживайте, что у вас он какой-то вот малоподвижный. Дальше мы начинаем поднимать уже по три пальчика, да, то есть большой, указательный, средний, а потом указательный, средний, безымянный, средний, безымянный и мизинец. Медленно делаем, не торопимся. Потом мы начинаем также играть с количеством ударов. Раз, два, три. Раз, два, три. И начинаем уже придумывать разные комбинации. То есть это может быть средний и безымянный, это может быть мизинец указательный, это может быть мизинец и большой палец, про него тоже не стоит забывать. То есть интеграция полушариев должна происходить относительно каждого пальчика. И мы начинаем играть в эту игру, да, с повышением скорости и с различными вариациями. То есть это может быть весьма занимательным. И, кстати говоря, взрослые могут играть с детьми. Чем дольше
Точнее, чем раньше и чем проще будет это делать детям, тем в более взрослом возрасте это будет делать проще. Ну и мы, взрослые люди, которые привыкли печатать на телефонах или же там на клавиатурах, тем не менее мы забываем про простые вот эти вот движения. И нам бывает сложно поднять сразу, например, раз и вот большой и безымянный. Вот это вот часто распространенная сложность. Безымянный и мизинец, да, то есть мы поднимаем, и есть какая-то сложность. Если будут какие-то пальчики прыгать, да, тут я, например, хочу поднять сейчас указательный и большой, и я сейчас умышленно, да, там, раз, там, у меня, точнее, так, еще раз, указательный и большой, у меня раз, там, где-то вот безымянный, да, поднялся. Это не страшно, и это прорабатывается таким образом. И это может многократно повторяться, это прорабатывается таким образом. Я озвучиваю, что сейчас я поднимаю указательный и средний. Оп, и они у нас поднимаются. Прям озвучиваю. Если проблема и ошибка это повторяется, где-то вот на какой-то, например, на левой руке поднимается указательный, средний и безымянный все время выпрыгивает, как вот, знаете, такой Ванька-встанька, такой хлоп и появился. Соответственно, мы даем возможность себе ошибиться. То есть я даю себе возможность и право поднять неправильно. Или не как хотелось бы, а как вот получается. Поэтому я говорю, я разрешаю безымянному выпрыгнуть и вот поучаствовать в этом процессе. Ну, то есть можно так вот договариваться, да? То есть мы даем программу. А потом говорю, теперь я это делаю правильно. Я поднимаю указательный и средний. Оп, и они у нас уже начинают подниматься. И все хорошо. Обычно вот поиграв, немножечко понапрягая свои мозги, кажется, что ой, все сложно, и кажется, что у меня не получится. На следующий день как будто бы вот все так и было, так и уложилось, и все как надо происходит. И с каждым днем будет все лучше. Вот буквально 3-4 дня на это потратьте, просто в игровой форме. Вот сидите где-то там за компьютером на работе или просто дома за кухонным столом перед едой. Вспомните про это упражнение немножко, поиграйте, и все у вас будет получаться. Вот. Ну и еще момент такой, я вам дам совет, как можно отрабатывать гамму. Есть маленький совет, маленький секрет. И, собственно говоря, для этого я вас всегда прошу смотреть мои ролики и предыдущие, которые были перед этим видео, и те ролики, которые будут после него. Ну что, на этом. Что ж, друзья мои, я очень надеюсь, то, что это видео для вас было полезным. Я стараюсь делиться своими знаниями и своим опытом, который накапливал в течение того времени, которое вот, занимаюсь созданием инструментов, игрой на них. У меня нет музыкального образования, поэтому не нужно ставить себе каких-то барьеров, каких-то, знаете, вот рамок о том, что вот есть музыканты, а я не музыкант, у меня ничего не получится. Ребят, первое – это желание, второе – это вера. Третье, а может быть даже это первое, это любовь к музыке, любовь, ну, в данном случае к окаринам, да, потому что если вы любите звук окарина, если вы хотите прикоснуться к этому, супер, просто дерзайте, действуйте и осваивайте. Пока что за годы моей практики, за годы моего творчества, ну, практически не было таких людей, которые бы не смогли хотя бы сыграть гамму. Это основа основ, это, ну, наверное, уже тоже мелодией может считаться, потому что нотки идут последовательно, и это, ну, ласкает слух. А сегодня мы научились с вами разработке и освоению техники пальчиков, да, то есть техники для развития пальчиков, чтобы играть вот эти вот комбинации, да, когда мы 2, 3, 4 отверстия открываем. Но обязательно обращаю внимание и буду обращать на это не один раз, что мы это делаем все в пределах гаммы. То есть мы не можем взять и вот хлоп, открыли левую руку, да, или там раз, вот так. То есть это неправильно, это уже будет не по гамме.
Хотя оно может где-то попадать в ноты и быть, ну, казалось бы, благозвучным. Да, сейчас я сыграю какофонию, вы поймете, что значит открывать отверстие не по гамме. То есть получается, ну, такой сумбур. Я, конечно, немножечко, может быть, где-то утрировал, ну, или же, знаете, вот из-за опыта, из-за практики мне сложно вот сыграть неправильно. Ну, в общем, получается что-то такое. Когда мы играем по гамме, получается вот такая вот музыка, такая мелодия. Кто-то оценит, может быть, скажет, ну, это слишком просто для меня, ребят, ну, супер. А кто-то скажет, вау, я тоже так хочу учиться. И это говорит нам о том, что у вас так тоже может получиться. Что ж, меня зовут Валентин Медведь, канал Мастерской этнических ремесел. Подписка, моя благодарочка. Лайк, мое вдохновение, колокольчик, ваша возможность не пропустить новые ролики и, надеюсь, полезные для вас советы. На этом практически все, но пару слов о том, как снималось это видео. Это видео снималось при поддержке, при помощи моих друзей Бориса и Валерия Алтунина. А освещение, которым рисуется картинка, создано Борисом. То есть он разработчик, он проектировщик. Он паяет схемы, создает все и вся. На него будет ссылка и на его лайтинги, да, или как правильно сказать, светильники, будет доступно через Бориса. То есть вы можете заказывать его свет. Он классный, он дает много возможностей для таких вот людей, как я, которые снимают ролики, которые говорят и что-то вещают в камеру. Валерий Алтунин является инфопродюсером, и он помогает креативным, интересным людям выходить на новые уровни. Привлекать клиентов, привлекать подписчиков в свой Инстаграм, Контакт и, в общем, расширять свою базу. И на этом зарабатывать. Это очень важный фактор и очень важный момент в нашей жизни. На этом, пожалуй, все. Но это не последний ролик. Следите за следующими. А пока, пока, пока.